Спасибо, что включил с тобой Герасев. И, ребята, вот это видео я снимаю целую неделю. Целую неделю я давал возможность своим друзьям и знакомым заработать огромные деньги, если они просто сделают правильный выбор. Ситуации, в котором они выбирали, были очень разные. Некоторые опасные для жизни, некоторые связаны с их страхами, а некоторые с переживанием за близких. Но это маленькая часть от всего, что вы сегодня увидите, потому что это видео заряжено искренними, настоящими эмоциями. И я сразу хочу вас попросить поддержать это видео своим лайком. Мы снимаем в сложное время, нам действительно очень-очень непросто, но мы продолжаем, мы не останавливаемся, мы снимаем классные видео только в надежде на вашу поддержку. Поэтому прямо сейчас, перед стартом, нажимайте на этот лайк. Кстати, у него новая анимация, так что можете перейти и посмотреть, какая у него теперь новая анимация. Поэтому лишний повод нажать на лайк и на кнопку подписаться. А я больше не задерживаю, и мы начинаем. Рома, смотри, у тебя есть выбор. Ты стоишь на краю, и тебя держат две веревки. Ты нагнулся, и если я обрежу веревку, то ты упадешь вниз. Рома действительно прыгать не хочет. Можете посмотреть, как вот мы подготавливались. Я не хочу прыгать. Пожалуйста, давай не будем этого делать, Саня. Кто тебе сказал, что у тебя будет выбор? Я тебе сказал, у тебя будет время, выбор, и ты сам решишь. Я тебя искренне прошу, давай, я не хочу прыгать. Я тебе говорю, я не хочу, я тебе говорю, блядь, пожалуйста. Да, ну сделаешь правильный выбор, и все. А если веревка оборвется? Или еще что-нибудь? То ты умрешь. Блядь! Вот это, блядь, мотивация. Спасибо, Саня, за поддержку, блядь. Есть две веревки, правая и левая. Так. Мне сейчас к самому немножко некомфортно. Некомфортно тебе, блядь! Одна веревка фейковая, и она тебя не держит. А одна веревка настоящая, и она прямо сейчас держит твою жизнь на волоске. Ну, ты сам понял. Короче, твоя задача выбрать сейчас, какую веревку мне отрезать. И ты либо упадешь вниз, либо останешься с нами и поешь пить чай. И тебе нужно сделать правильный выбор всего лишь за 30 секунд, какую веревку мне обрезать. Время пошло. Так, ну торопиться не стоит, я думаю, в этой ситуации. Надо все обдумать хорошо. Два варианта. Ну, окей. Смотри, они обе натянуты. Ну, обе натянуты, да. Давай левую. Левую. Нет, стой, подожди. Левая, это нет, вот это. Не трогай ничего, я думаю, пока, подожди. Левую, да, левую режь. Левую? Ты уверен, да, Рома? Да, левую, блядь! Осталось 10 секунд. Готов? Да, левую. Раз. Нет, стой, стой. Левую. Правую, да. Правую. Правую, да. Уверен. Правую. Точно. Нет, да. Раз, да. Два. Нет, нет, точно. Раз, да. Два. Да. Нет, нет, точно. Нет, нет, нет. Мне не понравилось! Выглядело очень страшно, блядь! Не стой! Блядь! Блядь! Герасев! Сука! Я тебя ненавижу! Ну, он вроде живой, все нормально. Рома, к сожалению, неправильный выбор. К сожалению, блядь! К сожалению, неправильный. Сука, я уверен, ты бы в любом случае, блядь, перелезал веревку, да, я прыгнул, блядь! Нет, ты сказал! Сука, ты сказал! Все ради контента, блядь, ты да? Что сказал? Я уверен, что выбора вообще не было, блядь. У нас на камере снято, мы покажем, что было, реально. Ты просто обебался, лох ебаный. Позади меня находится Никита, и находится он там уже далеко не первый час. Все это потому, что сейчас в жизни Никиты нужно сделать действительно правильный выбор, который, возможно, поможет ему заработать много денег. Пойдемте, расскажу правила. Герасев, выпусти меня отсюда! Все очень просто. Никита находится в кубе, с каждой стороны которого находится отверстие. По три штуки с каждой стороны. Сейчас я поставлю к этим дыркам какие-то предметы. Какие-то будут омерзительные, какие-то будут очень болезненные. Но в одной из дырок будут деньги. И твоя задача, Никита, найти те самые деньги. У тебя 12 отверстий, но я тебе даю всего лишь 5 попыток. И если ты за 5 попыток находишь деньги, тогда ты их забираешь. А если не находишь, поверь мне,
тебе не понравится. Готов? Когда я выйду отсюда, в тебе будет столько же отверстий, сука! Какой злой, блядь? Че ты злой такой, блядь? Ну, сиди... Я, блядь, 2 часа тут как долбоеб сижу! Ладно, сейчас мы все подготовим и начинаем. Мы расставили все вещи ко всем отверстиям в этих стенках. Есть как обычные, как какие-то очень болезненные, как какие-то очень приятные, но главное, есть очень большая сумма денег, а именно 100 тысяч рублей. У тебя есть ровно 5 попыток и ровно 5 минут, чтобы сделать правильный выбор и выбрать правильное отверстие. Время начинается прямо сейчас. Пошли! Вот это на... Вот это! Так, не смотри! Просто сейчас протягиваешь руку вперед и спокойно, плавно опускаешь ее вниз. Спокойно, до конца вперед, вперед, вперед. И теперь резко вниз опускаем. Блядь! А! Ты чё? А! Твою мать! Саша, чё это за хуйня? Блядь, да ебать! Ты чё это так за... Блядь! Это слоновьи сопли. Первая попытка неправильно, время идет. Какая будет следующая дырка? Давай! Вот так, я вижу вот это, да? Просто просовываешь руку и все. Блядь, там по-любому какая-то хуйня, от которой мне будет, блядь, неприятно. Я это отвечаю, блядь! Нет, нахуй! Время идет. Просто высуни руку, как мужик. Получи то, что ты заслуживаешь. Да иди ты на... Блядь, я не буду... А если тут деньги? Давай, блядь! Сука, на! Ебал, блядь, я так и стал, да! Делай на мужика, блядь, сделай ты уже этот выбор, блядь, боится, ребята. Реально, сука, сколько уже кнопок, это, время, блядь! Вот это, блядь! Какая? О, так, тихо, руку суем, просто берешь, и потом резко бе... А, блядь! Ебать, блядь! Давайте, я дам тебе подсказку. Я тебе дам подсказку. Это находится вот с этой стороны. Сделай правильный выбор. Просто у тебя остается 27 секунд, блядь! 25 секунд! Давай, сделай правильный выбор. Правильный выбор. Поспокойнее, вперед просто. Руки, уверен, что это? Блядь, иди на... 12, 10, 10 секунд! Потом... А, блядь! Блядь! Все, хорошо! Никита! Не заляпай их в клее, блядь, потому что у тебя руки в дерьме. Покажи зрителям в камеру, что там реально 100 тысяч рублей. Мы тебя поздравляем! У-ху! Ставьте обязательно лайки, и мы идем к следующему участнику. Следующий наш участник – это Паша. И Паша, видишь, твоя подруга уснула посреди ангара. Как-то, ну, некрасиво, да? Вообще вроде мы не договаривались. И поэтому я для нее подготовил некую вот такую ловушку, чтобы она Вот. Ты можешь спасти свою подругу, но можешь и очень сильно ей навредить. Смотри, на твоей подруге есть 3 шара. Эти шарики наполнены доверха дерьмищем. Под этим дерьмищем лежит твоя подруга. А здесь есть мишень. И твоя задача вот этим вот питбольным маркером стрелять в эту мишень. За каждое попадание в черное ты получаешь 500 рублей. За каждое попадание в красное ты получаешь 1000 рублей. Но если ты попадешь в самую серединку, то ты получишь 100 тысяч рублей, которые находятся вот в этом шарике. Но у тебя всего лишь 60 секунд, чтобы сделать этот выбор. Ты сам согласен? У меня есть всего лишь 60 секунд. Да, у Паши, к сожалению, есть сейчас только 60 секунд. И тебе еще надо не промахнуться и не облить свою подругу какашками. Там реально какахи. Там реально какахи. 1, 2, 3, поехали! Ох, так, стоп. Это первое попадание, это 500 рублей. Так, еще 500 рублей, 1500, 2000, 2. Так, красная, засчитаю, плюс 1000 рублей. Смотри, давайте будем честны. Чтобы ты заработал реально много денег, надо стрелять, конечно же, по центру. Это все с копейки, это все прибудет. А вот 100 тысяч рублей, которые лежат над нашей, могут быть ваши. И вы можете ехать в уикенд, поэтому у тебя остается еще 40 секунд, сделай правильный выбор. Так, что происходит? Заткните кто-нибудь эту хуйню! Что за хуйня? Все, Даша, спасибо! Гроба стала! Даша, ты попал, смотрите внимательно! Он облил Дашу, но он попал четко в середину! И мы смотрим сюда! Забирай! Ой, они пошли! Блядь! Они пошли! Блядь! Лови!
Смотри, пока они в воде не промокли, блядь, что-то я не продумал этот момент. А мы идем дальше. Следующий наш участник — это Влад Удалов с канала Билборд. Обязательно подписывайтесь. Ребята, Влад, я для тебя подготовил сегодня простое сложное задание. У меня есть 8 призов. 2 из этих призов принес мне ты, а именно твой Федор, рыбка любимая, и твой компьютер. Но я для тебя подготовил призы гораздо круче. Айфоны, PlayStation, новый телевизор. И все, что тебе нужно, чтобы это получить, просто сделать правильный выбор. Влад, перед тобой 8 веревок. Все эти 8 веревок ты должен привязать к этим 8 призам. 6 веревок, они привязаны к машине. А 2 веревки на самом деле к машине не привязаны. Твоя задача — сделать правильный выбор и привязать веревку, которая не привязана к машине, к самым ценным призам, чтобы ты их забрал. А те призы, которые ты привяжешь по факту к машине, она их потащит за собой и уничтожит. И чтобы сделать правильный выбор, я даю тебе всего лишь 120 секунд. Поехали! Время пошло! Первую веревочку привязываем. Нет, не так, не-не-не, прям к тортику. А, прям к тортику. Прям к тортику привязываем. Так, первая веревка есть. А вторую привяжу к своему компьютеру. Да. Ну ты привязывай получше, получше, чтобы все уничтожилось. В случае, если он потянет его, да, за собой. Третью привязываю к телевизору. Я тоже надеюсь, на самом деле, что она фейковая. Хотя не, не надеюсь, мне же рыбку нужно спасти, поэтому пофиг, привязываю к телевизору. Эту привязываю к деньгам. Ладно, добавим ему чуть-чуть, добавим еще 20 секунд. На самом деле, в такой быстрой ситуации я не могу думать. Я просто вижу... Влад, ёб твою мать! У тебя на одну веревку меньше. Блядь, Федор! Блядь, спасайте Федора, стоп! Стоп! Спасай Федора! Стоп! Да время идет! Бля, может в лужу его? Вода, может в лужу? Вода, где вода? Федора разбили! Федор упал! Где багажники, багажники, багажники у Влада! Быстрее! Так, спасай! На самом деле, его вообще что-то херово! Сань, посмотри! Он... Не, ну он шевелится, шевелится еще! Так, ребята, Федор в плохом, но и у нас его получилось спасти. Сейчас отдадим помощникам, чтобы он выжил! Ну ты сам, это вообще... Нет, Влад, долбоёб, блядь. Сейчас мы Федора спасем. Костя, срочно Федю в аквариум. А ты дальше выборы не делай. Так, ребята, Влад сам уничтожил Федора, но мы его смогли спасти. Ребята сейчас едут его отвозить в аквариум. Быстро! К пакету с сахаром! Сахар тоже, на самом деле, очень необходим. Блин, я на самом деле так расстроился из-за Федора, потому что мне его подарили на день рождения. Это очень ценный для меня друг. Надеюсь, с ним все очень хорошо. Так, привязывается айфон. Так, посмотри, 10 секунд. Его смотри, 10, 9, 8. 7, 6, 6, 6, 6, 4, да все, готово. Так, Влад, твоя ставка, что останется? 2 приза из 8, уже 7 останется. Какие призы? Я надеюсь, что очень, что останется хотя бы мой компьютер, но если сохранится iPhone или PlayStation, то я тоже на самом деле PlayStation и iPhone сейчас стоят. Да, сколько стоит? Влад успел сделать свой выбор, и давайте посмотрим, насколько он был правильный. Поехали! Ой-ой-ой. Блять! Ёпта, только тортик остался! Блять, опыты, почему там все улетело? Долбоёб, ты как привязал, блядь? Так, Саня, у меня получается вообще ничего не осталось. У тебя там осталось кое-что? Ну что осталось? Пошли посмотрим. А вот и главный приз победителя! Это твой салатик, братик, все, я тебя поздравляю, ты сделал свой выбор. Ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал и на канал Билборда, а мы идем дальше. Следующий участник у нас Артур. Артур, тебе досталась самая интересная и самая сложная часть нашего видео. Позади меня ты видишь 10 кейсов, и в каждом из этих кейсов есть какой-то номер. Они все перемешаны, и твоя задача сейчас сделать правильный выбор и выбрать правильный кейс, который тебе поможет заработать 200 тысяч рублей. У тебя осталось буквально 10 секунд. Один кейс или два? Один. Один кейс. Один любой. Номер. Один номер от 1 до 10. Твоя задача сделать прямо сейчас правильно 4. Любую цифру. 3, 2, 4. Точно. Хорошо. Артур выбирает цифру 4. Спасибо. А теперь я расскажу тебе, что тебя ждет. Твоя задача сейчас — открывать эти кейсы по очереди. Если ты свой кейс откроешь последним, то бишь цифра 4 выпадет нам последней, то ты получишь от меня 200 тысяч рублей. И чтобы удача тебе сопутствовала и тебе было приятнее выбирать правильную цифру, тебе поможет открывать наши кейсы помощница Татьяна.
Здрасте. Смотри, в первом ходу твоя задача выбрать всего лишь 3 кейса подряд. Счет у нас идет слева направо, поэтому у тебя есть всего лишь 15 секунд. Время пошло. Поехали. Подумай, так, какие? Любые. Может быть, крайние. Мне надо, чтобы выпало 4, так правильно, чтобы победить? Тебе нужно, чтобы так, цифра 4 оказалась последней. 4, чтобы она сейчас так, не выпала. 4, 5, 6. Четвертый кейс. Пятый и шестой. Пятый кейс и шестой пожалуйста. Кейс. Пожалуйста, откройте нам четвертый кейс, пятый и шестой. Цифра 10. 10. Первый ящик 10, хорошо. Спасибо. Второй кейс. Цифра 3. Цифра 3. Это было рядом. Хорошо. Я напоминаю, что нам нельзя, чтобы выпадала цифра 4. Татьяна, следующий. Давайте легкой рукой. Как у нас, как все в казино, как все подкручено. На экране сразу выходит нужный экран. Цифра 8. 8. Хорошо. То бишь ты... Сделал правильный выбор. Пока, в игре, да, я пока ты понимаю. Не вылетаешь из игры и более то того. Я... Смотри, у тебя осталось всего лишь 7 кейсов. Ну это так-то тоже дохера. Ну да. Ну, шанс маленький, согласен. Ну, да. Сразу быстро. Играем дальше. Хорошо. Пожалуйста, у тебя второй ход. У тебя есть 15 секунд, чтобы сделать правильный выбор. Время пошло. Опять ты? Три кейса. Выбираем три кейса. Твоя блин, задача либо справа, либо слева, три подряд. Да, три слева, три справа. Выбирай, какие. А слева, какие, или справа. Какие это по номеру? А, все три с правой. С правой, три да. Секунды осталось. Да, справа все три. Все, стоп. Хорошо. Напоминаю, что если выпадает цифра 4, то все. Да, теряем. И 30 тысяч не получается. Пять! Пять! Пять, хорошо. Идем дальше. Блэс. Татьяна. Давай так же. Татьяна, посмотрим, насколько она у нее счастливая рука. Цифра 2! Нифига ты! Прошла половина уже! Хорошо, Татьяна, спасибо. И последний кейс. Татьяна, открывайте, посмотрим. Пройдено уже больше половины. Шанс очень маленький. И цифра 7! Цифра 7! Цифра 7! Это значит, что ты до сих пор остаешься в игре и остается 3 кейса. Хорошо! Теперь ты открываешь, внимание, не 3 кейса, как в предыдущих двух ходах, а 2. Всего лишь 2. Надо было сразу говорить, до у нас своя игра, свои правила, поэтому мы сейчас открываем 2 кейса. Время пошло! 15 секунд! Подумай хорошо, почему я хочу открыть именно 2 кейса, не один, не знаю почему, не 3. Чтобы я меньше шансов на... Ну смотри, если ты откроешь 2, это не те, значит ты победил. Время 3, 2, 1. А, сбоку, вот не первый. Ты меня договорился. Извини. Спасибо. Так, Артур выбрал центральный и правый кейс. Ты мне не дал подумать, я так вообще не делается. Так, Татьяна открывает, ничего не ждет. Цифра 6! Цифра 6. Все, один кейс остается, правильно? Татьяна, спасибо. Значит, самый, смотри, получается, Татьяна, можете убрать, пожалуйста, этот кейс в сторонку. У тебя осталось 2 кейса. Правильно я понимаю, что сейчас, если ты открываешь, и там цифра не 4... То я победил. Да. Ну, значит, правильно я понимаю, да? Или нет? Так ты прав... Ну, давай посмотрим. Ну, да. Давай посмотрим. Таня, откройте нам, пожалуйста, кейс, который находится справа. Цифра 9! Цифра 9! Цифра 9! Подожди, получается, ты открыл 3 кейса, потом 3 кейса. 9, 6. И сейчас 2. 8. Остался еще один 9. 9. Где-то еще один кейс потерялся. Да, где-то потерялся. Плохо подготовили? Нет. Я обращаю твое внимание, внимание зрителей, что на самом деле все это время на столе было не 10 кейсов, а 9. И один кейс все это время находился справа от стола. Сейчас у тебя вариант 50 на 50. В одном из этих кейсов находится цифра 4. Но прежде, чем ты это сделаешь, я тебе предлагаю 100 тысяч рублей. Половина от банка. Гарантированных 100 тысяч рублей прямо сейчас, прямо тебе в карман, если ты просто отказываешься идти дальше. Либо 50 на 50, либо 100% половина суммы, да? Ребята, вы напишите в комментарии, как бы вы сделали. 100 тысяч рублей гарантированно или 50 на 50, либо 0, либо 200. Я лудоман, что просто... Поэтому я... 100 тысяч! Ну, блядь, я хочу азарт вообще. Я буду, скорее Таня, всего, Таня, ты бы взяла 100 тысяч? Я бы точно взяла 100 тысяч. Да, ну, нет, все, подумай. Хватит. Нет, точно. И... Таня глупости не скажет. Да, а я ни одной глупости. Посмотри я на Таню. Я за сегодня не сказал ни одной глупости, все 8 кейсов уже... Ну, справились ради. Хорошо, теперь, поэтому... 100 тысяч ты отказываешься. Да. У тебя есть 15 секунд, чтобы сделать правильный выбор. Время пошло. Поехали. Напоминаю, кейс слева и кейс справа.
Один из них принесет тебе 200 тысяч рублей, один ноль. Я оставляю выбор. Я оставляю, да. Таймер, стоп. Так. Потому что я про этого подкидыша вообще не знал изначально. Ага. Ты думаешь, мы его случайно подставили в сторонке? Я думал, это второй чемодан. И так как я ни разу не ошибся с теми кейсами, я думаю, что с этим я тоже не ошибся. Артур выбирает открыть кейс, который изначально был. Я стою на своем. Мы не меняем. Нет. Ты думаешь, мы тебя обмануть хотим? Уверен? Нет. Уверен? Нет. Хорошо, точно. Напоминаю зрителям, что если цифра 4 находится в кейсе, то Артур получает 200 тысяч рублей. Если там какая-либо другая цифра, то он получает ничего. Таня, откройте, пожалуйста, кейс. Цифра 4! Я уже думал, что выиграл, потом меня послали. Цифра 4. Таня, открой, пожалуйста, нам кейс, который находится справа, чтобы никто не думал, что это вранье. Ты везучий. Ты вообще пи***ть. Везучий, пожалуйста, откройте цифру нам. А там тоже 4, да? Нет, там не 4. Там цифра была 1. Охренеть! Аплодисменты! Честно говоря, в последний момент, когда он уже открывался, я уже понял, надо было брать сотку, но в итоге Бог меня любит. Артур, ты получаешь 200 тысяч рублей, это лакер, я не планировал отдавать 200 тысяч, я тебя поздравляю. Я пересчитаю, примерно.